Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек. Мы продолжаем проходить Firewatch. И после того, как мы прогнали двух этих девчонок, которые запускали фейерверки, мы отправляемся обратно. Но, скорее всего, мы пойдем каким-то другим путем, потому что веревка оборвалась. И сообщить о луке. Зачем мне им сообщать? Ну-ка. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Так, она бы повернула на север. Угу. Так, ну хорошо. Получается, нам куда-то вот сюда. Приблизиться, смотреть. Так, а если по карте глянуть, то это получается мы по дороге на каньон должны, то есть я должен был сразу идти направо или... Да, скорее всего, сразу должен был идти в ту сторону. Может, хотя, правда, я тут день перелезу? Да, скорее всего. Мне не нравится, что уже темнеет. А, это енот всего лишь, хорошо. There's a critter out here. A raccoon. I can't understand you. Because I'm whispering. Because you're whispering. Тихо, тихо, тихо. Блин, енот шикарный. Хочу себе когда-нибудь енот купить. У меня будет свой собственный енот. Так, это, конечно, круто, что я тут нашел енота. Но, судя по всему, мне точно тут не пройти. А куда ж мне тогда? Куда ж мне тогда идти? Наверх точно не подняться. Видимо, я как бы, ну, типа, случайно просто енот тут нашел и вообще не должен был сюда идти. Насколько я понял, мне сейчас надо просто снова повернуться к озеру и пойти просто направо. А не возвращаться назад, как она мне, в принципе, и сказала. Так, сверяемся еще раз. Я говорю, я тут плутать буду долго. Я так понимаю, что мы должны пройти вот сюда, повернуть и через каньон пробраться. И потом вот здесь вот по дорожке на нашу вышку поднимемся. Я все еще могу об этом сообщить. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. А мне, кстати, костер-то не надо тушить, интересно. Я вообще не видел там пути направо. Ну, сейчас посмотрим, есть он там, нет. Хотя, по идее, я был уже на полпути назад. Посмотрел на лук, и она мне тогда сказала, что... Я бы, говорит, вернулась к озеру и потом повернула на север. Ну, север там. Да, туда идем. Нужно убрать компас. Я прям не знаю, я в восторге от этой игры. Хотя особо ничего не происходит, но очень классные диалоги прописаны. Они очень смешные в большинстве случаев. Есть тут и драма, и... Подожди, это что такое? Нет, ничего. Так, по этой дороге я и должен идти. Все правильно? Все правильно. А что там? Там проход на Вапити Мидл какой-то. И кэш 305 там есть. Блин, давайте сходим глянем. Я понимаю, что это, ну, не то место, куда нам надо идти, но... Может, мы потом сюда должны будем прийти, но я хочу сейчас. Если я туда смогу дойти... I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. А, тут можно спуститься. А, я нашел объявление в кассете. Я искал подобную работу. Actually, I went looking for the job. I just wanted to get out of town for a while. Well, you've come to the right place. Thanks to last summer, we got a bump in Forest Service budget and can actually afford to have you.
What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. And what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. The goddamn park can burn down again. Так, четвертое имение. Ричард Старчен. Понятно, фигня какая-то. Стар свитер. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Но это странно, что этот свитер тут лежит. В общем, единственное полезное, что я взял с этого ящика, я думал, тут будет что-нибудь крутое. Кстати, тут написано, нельзя использовать фейерверки. Единственное, что я взял клёво, это на карту пометки нанес новые. Но так как я не помню, как выглядела моя карта до этого, я не особо понимаю, что я вообще нанес. Давайте просто записку почитаем. Так, 29 августа 86 года. Рон. У меня плохие новости из дома, надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго, хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Апите. Шериф не очень мной доволен, но не знаю, наверное, перестарался. Жаль, тебя там не было. Наверное, тебя задержать дела. Дэйв, ПС, Амигос по-испански и Профессионалис по-итальянски. Я себе оставлю записку. Ящик не закроем. Так, ну давайте уже до берега дойдем. Посмотрим, что там есть. А дальше потом по дороге двинем. Есть шанс, что детишки подходят к болезни в озере. Any chance of those kids getting a disease in this lake, like diphtheria or consumption or? Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. Well, that's too bad. Я черепаху нашел. Oh, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Блин, у меня черепашка есть, зашибись. Как я ее назову? Мейхем младший я ее назову. Mayhem Junior. That is peculiar. Ну, у меня собаку Мейхем звали. It has sentimental value. Прийти. Блин, у меня черепашка есть. Шикарно. Не зря сходил, не зря. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people Ладно, to do погнали, so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. Блин, хочу себе черепашку завести. Maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. В конце игры Джек такой. Короче, после того, как мы заканчиваем прохождение, друзья, я завожу себе енота, черепашку, оленя, орла и еще там кого-нибудь. Нормально, нормально. Не знаю, игра прям поднимает настроение очень хорошо. Так, ну, я думаю, сюда, в принципе, можно, наверное, подняться когда-нибудь будет. Вот, ну, а сейчас мы спустимся вниз. Я надеюсь, эта веревка не порвется. А, у меня ее и нет. Угу. Значит, просто так спущусь. Или я просто так тут не спущусь. Но часть же веревки у меня осталась. Или нет? Так, это записка. Открываем карту. А, это типа... Хотя, ну нет, все правильно. Либо этот путь... Так, подожди, по компасу это северо-восток.
Северо-восток это вот эта вот дорога по каньону как раз. Которая вроде как мне нужна. А если идти налево, это вот та дорога. Угу. Ну и как я тут спущусь? Мне кажется, я разобьюсь. Давайте сохранюсь. Не, мне даже не дают спуститься. Угу, ясно. И чё? Так, я сейчас попробую. Мне кажется, все-таки тут нет, нельзя запрыгнуть. Ага. Ну, в любом случае, я уже сюда не зря сходил. Я увидел черепашку. И я ее взял с собой. Теперь будет у меня на ушке мой маленький друг. Я дам ему перочинный ножик. Научу черепашку обращаться с ним. А, да-да-да, все правильно. Мне вот сюда надо. Это каньоны есть. Все верно. Я забыл, что я тут сделал поворот. Вот, короче, и будет у меня бойцовская черепашка ниндзя на базе сидеть. Если кто-нибудь попытается напасть на меня, то... Ну вот представьте, вы заходите на базу, там лежит маленькая черепашка. Вы такие, ну ладно, это всего лишь маленькая черепашка. Но это черепашка ниндзя бойцовая с перочинным ножиком в панцире спрятанным. И тогда у вас начинается проблема. Что? Я несу. Так. Пока что я, как бы, можно сказать, ну, спокоен, да? Но мне кажется, тут какие-то элементы хоррора все-таки будут. Мы с Артуром списались на эту тему, я ему говорю, вот, представь, говорю, ночью надо будет идти куда-нибудь по этому лесу, там, звери, повсюду шорохи всякие. Страшновато будет, он говорит, да вроде игра, типа, не хоррор. Ну, вот мне прям кажется, что какие-то такие хоррорные моменты будут, где мы должны будем по лесу идти, там, например, какого-нибудь ребенка надо будет найти, который, или женщина. Где-нибудь кричит там вдалеке, а мы пойдем ночью спасать. Так, что такое? What is it? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway. Let me know when you get back to your lookout. Да я иду вроде как. Самое главное, что я черепаху нашел. Может, надо было с собой ошейник прихватить, я бы енота взял. Был бы как Эйс Вентура. Почему-то мне тревожно. Не знаю. Вот я иду, и вроде бы все хорошо. А ощущение тревожное. Хотя, может, его не должно быть. Ну, как бы, с одной стороны, да, эта игра такая должна успокаивать и расслаблять тебя. С другой стороны, ты думаешь, что как-то все слишком спокойно. Ты не привык к тому, что в играх все так спокойно. Постоянно же какое-то действие. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right, because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and... Try not to get hit by lightning. Хорошо. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice, all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Парень был очень озадачен своими неудачами с молниями. Жесть какая-то. Но это на самом деле не смешно. Так. Рок? Чё тут делает рок? There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Так, фонарик хотя бы работает. Копируем информацию. Бертруф Пойнт, кэш 313, пещера. Здесь путь какой-то, почините меня. Ага, туда каньон, здесь ворота. Ясно. Закроем. Так, ну, включите фонарик. Да, мне в пещеру. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous.
So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. I used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Да, все нормально будет, подожди. Ага, 452, ну мне через нее и надо пройти. В ту сторону это вообще не туда. Понял, понял. Блин, я не успел ей ответить, к сожалению. Hello? Никогда так не делал в пещерах. Так, пещера закрыта. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Я говорю, диалоги — это просто... Просто 10 из 10 в этой игре. Уже. Вот на данный момент. Они очень живые. Эй. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Чувак, это с камерой. He's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Какого хрена? Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. Ну-ка, говори быстрее. What is it? It's... outside. Come on. Она, конечно, прикалывается, да? Come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Ага, очень смешно. Молодец. Bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Вообще весело. Какого черта он только на меня... Ну, я, в принципе, тоже на нем фонарем светил. Молодец. Ну, вообще, это странно. Он посмотрел на меня с камеры и ушел. То есть, ну, не знаю, как-то он себя не как турист вел. Он вот тут вот стоял, да? Блин, может за ним пойти? Хотя, с другой стороны, может не стоит. А, ну это я пойду туда же, просто более коротким и опасным путем. Опасный путь. Безопасный путь. Опасный путь. Ну вот там эти камни, я могу поскользнуться, упасть. Безопасный путь. Ладно, черт. Погнали. Я в тебя верю, братень. Ты сможешь. Ну, чтобы у меня этот мужик не вылез. Красава. Так, еще чуть-чуть. Вот это прям уже очень опасно. Давай. Вот, это было довольно... Довольно легко. Hey, you keep your lights on at night? I'm doing a crossword puzzle. I do a lot of crossword puzzles. Блин, а что еще делать? Так, а зачем сюда перепрыгнуть, когда тут ничего нет? Странно. Не знаю, ну такой... Действительно. Только кроссворды решать на такой работе. Так, вот это будет жестко. Он, кстати, еще довольно в неплохой физической форме. Хоть вроде как и толстячок, но... На такие скалы еще забраться надо. Проход закрыт, ага. И отсюда вылезает лесничий. Топа. Тихо. Ясно. Ну, хотя бы не назад мы упали. Вон наша вышка. Well, that trail isn't closed anymore. Поставь обратно. Yeah, I... Took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Так, хорошо, ну мы почти пришли. Я не знаю, мне дадут возможность потом вышку, как бы. Точнее не вышку, а ворота обратно поставить. Жесть. Давайте я его обратно, ну, точнее, вот сюда поставлю, чтобы никто не разбился. Я вот не знаю, правда, как это работает, но мне почему-то кажется, что это было бы логично. You know, I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns.
Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Mm-hmm. Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Butts Royal since the 1850s. Slow Butts. Well, Royal's mom, Flo, was a bit of a trendsetter. Я хочу насчет туалета с ней поговорить. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Мне кажется, что с генератором еще может что-то не так пойти. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. Я не переживу. I could never. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Вот это было вообще не обязательное признание. Все, что я могу сказать. Машинка. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. Она же была внутри. Right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. What the fuck? Я серьезно говорю, моя машинка там была, я помню. Как она у меня на столе лежала. Тут вообще все разбросано. Это был тот чувак с фонарем. Стекло мне разбил. Скотина. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Охренеть. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Давай скорей. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've unknowingly been assigned to work in two orcs, and the lake to the east is made of acid? That's okay, I put in a call. Ну, я поблагодарю okay, ее. Thanks. Do you have any idea who would have done this? Я откуда знаю? Тот чувак, может, Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. Причем. Much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Я же реально получается не защищен. У меня даже замка на двери нет. Он просто сломал стекло и открыл дверь. Just point me to the Forest Service weapons cache, and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Я, говорит, поспрашиваю. День-два. Прекрасно. Но мне не понравилось, как закончился первый день. Wake up. Надо черепашку положить на место, но я не hey, вижу. Wake up. Да ч, подожди. Ладно, так. I'm awake, I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Мы в дерьме. Мы, блин, в дерьме. I don't really know why that would be the case. There's no backup? The backup is the two-day hike out of here. So, that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas.
Yours is a good hike away. Мэйхэм младший. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Так. Yeah, of course. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Понял. Hank. Понял. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Подожди. А, я его с собой взял в путешествие, да? Ну ладно, буду его с собой носить. Вдруг найду ему что-нибудь. Блин, ну реально как-то меня... Мне кажется, тут будет просто происходить некоторое дерьмо. Что-то как-то тут вот баллоны с пропаном тут тоже так опасненько выглядят. Ну ладно, это лишь какой-то инцидент, который не должен помешать моему настроению хорошему. Итак. Итак. Это не туда. Мне нужен... Нужна кабинка с туалетом, и вот оттуда я уже сориентируюсь, куда идти. Думаю, даже можно немножко ускориться. Но я не очень хочу использовать туалет. I feel like I'm going to be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Так, а как у нее там дела на вышке? А кто сдвинул знак? Я этого не делаю. Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. You're at the canyon wearing the orange backpack, I presume. Yeah, that's me. Also, you need a new barber. Do you have the Hubble telescope over there? Just kidding. You're just a little blob to me. Но это на самом деле плохо, что у нее нет какой-то хорошей оптики. Потому что если вдруг там в лесу буду идти не я... Это может привести к проблемам. Ну, давайте я нормальным путем спущусь. Не буду прыгать, вдруг еще ногу сломаю. Ох, погожий, хороший денек. Второй день на новой работе. Мне кажется, все будет хорошо. Фонарик нам пока особо ни к чему. Но, надо сказать, игра прям держит. Держит внимание. Очень интересно посмотреть, что, что там дальше будет. Так, а пещера-то была. Где-то там еще дальше. Да, мы сейчас спустимся и как раз в нее прыгнем. Точно, точно. Так, тут я спускаться не буду, я аккуратен. Я все пытаюсь осмотреться, знаете, что-нибудь странное увидеть, но пока ничего такого нет. Все более-менее хорошо и безопасно. Туманчик такой небольшой, утренняя роса. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well... But you're taking a little break, or... We're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Так, hey, она мне сказала... I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. А чё она? Она мне вроде сказала насквозь выйти и идти туда, на север. Would you? Где? Да, да, на север, всё верно. Я почему-то думал, что надо через пещеру пойти. I'll let you know if anything changes in that regard.
То есть она все-таки с кем-то связалась. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend, ex? Sorry, I don't mean to pry. That would be my wife, Julia. Oh, like your wife, or like she's taken half my stuff, wife? My wife. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Блин, надо было, наверное, спросить. Ну, я решил что-то довериться ей. Не знаю, правильно это было или нет, но вот что-то прям захотелось. Наверное, надо было спросить у нее, о чем она там говорила. В любом случае, я буду после того, как пройду игру, смотреть серию Артура, и, ну, надеюсь, он будет действовать по-другому, чтобы, ну, посмотреть максимальное количество разных вариантов, которые только могут быть. Ну, в первой серии мы с ним действовали примерно одинаково. Так, ладно, идем дальше. Довольно спокойно так, но я вроде бы не сбился. Ага, да, север любей. Все понятно. Туда идем. В принципе-то можно закругляться потихонечку и самую интересную часть пути оставить уже на следующей серии. Давайте так и поступим. Надеюсь, вам все нравится. Очень классная игра. Столб, я вижу провод. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Окей. В общем, увидимся в следующей серии. Невероятно крутая игра. Пока не знаю особо, чем она меня так цепляет. Возможно, диалогами, возможно, тем, что мы действительно на природе находимся в одиночку. И... Ну, как-то есть о чем подумать. Тебя постоянно какие-то события встречают интересно. В общем... Я думаю, будет здорово. С вами был Джек. Спасибо большое за просмотр и счастливо.